Всем привет! Мой канал пустовал, но я вернулся с адвент-календарем от Лего. И он находится вот в этой скучной коричневой и новогодней коробке. И сейчас будет песня «Новый год» в исполнении моего брата. Это Новый год, Новый год, Новый год. Это адвент-календарь по Гарри Поттеру. Начинаю я с 7 числа, потому что он всего на 24 дня. Указано, то, что вот эта вот мини-фигурка, которая вот здесь, она прям эксклюзивно только для этого адвент-календаря. Так она должна стоять. Да. Первое, да? Надеюсь, да. Так, оп. И что тут? Тут Гарри Поттер. Вот такой вот красавчик. С ним шло. Две волшебные палочки, типа капюшон. То есть это он же, это типа по сюжету деревни Хоксмит. То, что каждый Новый год, каждая новая локация. И в этот раз они решили выбрать деревню Хоксмит. Поэтому он в капюшончике. У него два выражения лица. У него два выражения лица. Добренькое и злое. Называется он точно не Волан-де-Морт. А еще у него маленькие подвижные ножки. Это классно, потому что маленькие ножки раньше были неподвижными. Я это точно помню. Меня это бесило. Это была первая ячейка. Вторую смотрите завтра.